Успенье, известие зову я! Вот как раз из спутников Леоновых один, как дышит трудно, он с недоброй вестью. Беги, беги, Медея, ни ладьей пренебрегать не надо, ни повозкой, ни по морю, так посуху беги. А почему же я должна бежать? Царевна только что скончалась, и следом царь-отец от яда твоего. Ха-ха-ха-ха! Счастливое известие! Считайся меж друзей, Медеи, с этих пор. Что говоришь? Здорово ты или бредишь? Царев очаг погас, а у тебя смех на устах и хоть бы каплю страха? Нашелся бы на это и ответ. Но не спеши, приятель. По порядку нам опиши их смерть. И чем она ужаснее была, тем сердцу слаще. А тебе что я скажу? Сама познаешь ты весь ужас дерзновения. Да, наша жизнь лишь тень, и в первый раз я в этом убеждаюсь. Не боюсь добавить я еще, что если кто или мудрецом себя считает, или глубоко проникшим тайну жизни, заслужил название безумца. Счастлив смертный, не может быть над ним извечен рок. Все решено, подруги! Я сейчас прикончу их и уберусь отсюда, иначе сделает другая. И моей враждебнее рука, но тоже. Жребий им умереть теперь. Пускай же мать сама его и выполнит. Вам верят. Не только в теплице, будущее гения. А почему будущее?